Вот мы видим представителя с Арабских Эмиратов, я так понимаю, исламского мира, Европы. Знакомые лица везде. Мы их часто видим по телевизору. Это буквально вот на днях случилась эта новость. Посмотрите, это перед началом Большой Семерки, встреч лидеров, да? Представители разных стран. Джо Байден. Общаются. Общаются, любезностями обмениваются. Напутствие дает. Эрдогану, президенту Турции. Как видим, мы видим и представителей Индии, представителей исламского мира. То есть тут и буддизм, тут и кришнаизм, тут и ислам, тут и христианство, тут все. Вот в этом видео коротком, я вот вначале решил вам показать, чтобы вы понимали, что тут все. Этим видео, это видео о многом говорит. Ждут, пока он пересядет. Он, видно, уже старенький, больной, еле ходит, но вот такое вот уважение и почет у мировых лидеров к религиозному лицу. Ватикан, Рим. Помните, мы говорили о семи горах, на которых сидит жена, на которых сидит зверь, что зверь представляет из себя семь голов и десять рогов, да, мировая империя, которая возникнет в конце дней. Об этом мы читаем в книге пророка Даниила, 7 глава, и в книге Откровение, 13 глава, да, мы часто об этом говорим. Ну вот, пожалуйста, вот вам реализация.